раз всем привет. На этот раз меняется смена, меняется регион, меняются кастеры. Для вас работает Рон, друг. И мы готовы посмотреть за Северной Америкой. Сегодня последний день. Разыграется один слот между тремя командами, которые еще имеют возможность побороться за него. Всем привет. Привет, Максим. Да, всем добрый вечер. Скажи честно, ты ждал? Сегодняшнего дня? Ну, да, ждал. Да, мы сегодня увидим супербаталию внизу. Полуфинал, вот этот, не полуфинал, получается, малый финал лузеров, как хотите его назовите. В общем, матч на вылет. И он еще некую интригу в себя включает. Что касается финальной части турнира, когда будет Best of 5 матч против Fighting Pandas. Не знаю почему, но мы с Максимом строго уверены, что, скорее всего, там будет одна калиточная, поэтому пока насладитесь дотой внизу. Да, по всем играм внутреннее вот ощущение, что неважно, какая из этих команд выйдет там против Envy, неважно, как он играл до этого, но их они могут, мне кажется, тоже любыми драфтами сказать. Вот может быть только если Zoomies выйдут, потому что вчера все-таки против команды Фира была вот вторая игра, когда они потенциально могли выиграть. Помнишь, вот игру с Хускаром, Сайленсером, Кором, она была вот 40 минут длилась, одна из самых долгих вчера игр, там две игры по 40 было из 6 карт всего. Да, да, вот, да. Вот тем драфтом они могли отжать одну карту, поэтому я в них верю, что если они выйдут, что-то смогут показать. Есть небольшая, опять, неприятность для команды Zoomies. Первую карту они в салат проиграли, играли с заменой. На первую карту у них не появился Сэмми Бой, вместо него играл Гуннар. Тут Гуннар опять приходит на помощь, но на этот раз вместо Луки-Луки. Гуннар сам по себе игрок кор-позиции. Луки-Луки у них четверка. То есть сейчас вы получаете кора, кого-то вам надо пересадить на четверку, может, Гуннар будет этим заниматься, я не знаю. И вот эта неприятность раз за разом. Вы играете DPC-систему, вы играете матчи на вылет, за выход, а у вас выпадают люди. И это должно как минимум деморализовать. Но счастья, здоровья, удачи команде Zoomies. Ничего тут больше пожелать и не остается. Ксалотул в полном составе, как и были. По большей части мексиканцы. По-моему, там один есть не из Мексики, но, в общем, состав мексиканский. Окей, драфты. Вот Спирит, не стесняясь, на один первый... из Венесуэлы. Вот. Первый пик и сразу Void Spirit. Открываются, причем даже не на двойной, на соло пик. Получают Никс Ассасина, получают Эмбер Спирита, которым всегда... Ксалотл, да и Zoomies тоже закрывали. Если видели Void Spirit, закрывали именно Эмбером этого героя. Очень часто мы видим данное противостояние в мидлейне. Вот еще один из таких неприятных героев — это Сикер. Вчера вот мы видели, когда вот кидается Руптура на Void Spirit, довольно-таки тяжеловато играть. Хоть ты можешь там Юл собрать, у тебя второй скилл, ты можешь там чуть-чуть время потянуть, но в целом вот просто вот этот прыжок, самое главное, нивелируется, урон тебе там постоянно наносится. Думаю, если Сикер по игре заходит, мне кажется, его тоже можно брать вот в какой-то тим против Void Spirit и еще, например, если вот он на линии. Хорошо смотрится. Да, мы видели комбинирование хорошее под Сикера. По-моему, вчера Марс катал на копьях под ультимейтом Сикера. Этот драфт, кажется, у Фира команды был. Ну, в общем, у кого-то. Либо у Fighting Pandas, либо у Business Associate. Там хорошо реально этот Сикер заходил. У Fighting Pandas. Получалось это сделать. Ну что, следующий бан. Ждем следующий бан. Это Bounty Hunter. Ой, как же он вчера, конечно, набожил мистер Сворд на Bounty Hunter. Респект бан Bounty Hunter. Я не знаю зачем. Просто чтобы интригу соблюдать. Ну, Bounty Hunter выпал напрочь из игры. Ну, опять же, какие были соперники? Соперники были такие, которые вас 99 из 100 смели, да, вас разматывают. Bounty Hunter это будет. Рики Мару Керри. Да, абсолютно неважно. Вот из хороших банов нравится Lifestealer, то есть, по идее, он мог залететь для Zoomies, он вот один из лучших героев против Никса, особо ты ему ничего не делаешь, плюс очень часто он закрывает хороших троек, особенно силовиков, он с ними прекрасно стоит, и учитывая, например, что силовик плюс Никс, то вот Lifestealer мог у Zoomies спокойно быть. Эмбер, Никс и пока задумались. Ну, Эмбер, я думаю, мы уже предполагаем в мидлейн его против Void Spirit'а стоять, поэтому боковые линии. Silencer. Silencer. Видели мы вчера и керри Silencer'а, причем в сложной линии стоял он. Это вот как раз та игра, о которой Максим рассказывает. Керри Silencer в пачке с Хускаром, но это было у Zoomies, это они так играли.
Пока, скорее всего, это Silencer пятерка, и непонятно, к чему он, просто вот Silencer. Void Spirit'а ловить. Из вот того, что актуально, из того, что мы видим. Подврыв потенциально какой-то нужен. Возможно, ждем еще какого-то героя с хорошим инициированием и ультимейтом. Там типа Войда, например, или Тайтхантера, чтобы как-то подврыв все это глобалом накрывать. Просто к тому, что в Доте намного как-то лучше, ну, больше таких получше пятерок, которые, чем этот Сайленсер, выглядит с глобалом там в КД несколько минут. В общем, не уверен я в нем. Но ты же не забывай, где мы. Мы в Северной Америке, матч лазеров. Максим, отбрось эти мировые тренды. Пусть они тебя не отвлекают от реальности, в которой мы на ближайшие 2-3 часа завязли. Так, Silencer есть, и нужен ответ от Zoomies. Свою пятерку еще не показали, едва ли пятерка. Тройку берут. Третья позиция, Бестмастер для Zoomies. Ну, вообще можно было... как Бестай чуть попозже открыть, потому что вроде сейчас скоро как раз должны были вот мексиканская команда у нас открывать как раз к Сальнисеру в легкую. Ну, либо такого героя как раз, у них 22-й, который между... Хотя не, но между тройкой и Кэрри как-то особо не посвапаешь. Хотя ладно, что я вру. Они сейчас тройку откроют, и потом уже Кэрри как раз доберут и посмотрят, куда Эмберу лучше пихнуть. А Zoomies же играли... вот этот пик с Хускаром, по-моему, у них был Void Spirit. Тогда они его пересвапали на четверку, они его показали. Потом, может, мы уже видим двух саппортов. Четверка Void Spirit, пятерка Рубик. Да, мне не хочется тоже видеть Рубика пятеркой, но... Мне больше не хочется Void Spirit, а четверка видеть. Вообще, будем открыты. Аркетавр появляется от Team Xolotl. И нужен герой, который будет против кентавра стоять. Ну, инициация на самом деле неплохо, то есть и Кент может инициировать, и под Некса Виндетту, и все это глобалом как-то продолжить. Единственное, не нравится то, что как никакого подсейва особо нет против Рора Беста, там только если глобалом. Да, но сейчас без разницы. Они могут и пятерку открыть. Опять же, тут, как ты искал, могут они посвапать Рубика на пятерку и вот спирт на четверку, но это, честно говоря, так себе будет смотреться. Вот, по-хорошему, лучше сейчас... Ну, на самом деле, без разницы. Можно пятерку, можно даже Кэрри открыть себе, потому что у тебя все равно не закрывающий. То есть Кэрри, которого потом не хотите, чтобы подзабанили. Сларк. Сларк появился. Ну, для Сларка неплохая игра. То есть тут два милишника на линии, кентавр, Никс. Ты по голове, ну, можешь очень легко надавать. Там, особенно с третьего, когда у тебя стаки по 30. Там, ну, настакал 3-4, отошел от кента, порегенился, вернулся, и ты эту линию флам развалишь. То есть тут Сларка можно только убить, если у тебя на кентавре 10 стаков. Ты под двумя станчиками, ну по 2 стана залетел, и кент с руки тебе по 150. Ну, то есть это... Закинуть эту линию на Сларке очень тяжело будет. Тут прям для него. А если мы теперь более глобально посмотрим, вместе с саппортом Рубиком, можно закинуть? Ну, я думаю, что это Рубик на низ пойдет с Бестмастером. Забанили. Вот Лиз появляется у нас вообще на Last Pick. Такой вот герой есть. А, это Висп Сларк? Да, Висп Сларк в легкой. И на самом деле все очень неплохо смотрится. То есть у тебя есть под Void Spirit, ты можешь прилететь, там под Спарки, под Ю, под Бестар Ор. И Висп Сларк очень сильная линия. Пока... И вот как раз за счет Бестата и Таур Дэмэдж, Рошана себе добавишь. Пока все неплохо смотрится. Ой, я бы так хотел уже... А, Дизраптора уже нет. Уже нет. Это Мипо. Для Ксолотл. Достали. Все резко меняется. Да. Мипо. И тут Мипа на 22-й, и вроде бы против этого Мипаря, слушай, но тут вообще против него ничего нет. Ни одной увешки вообще. Все печально. Но, опять же, очень многое зависит от исполнителя на Мипаре. То есть мы как бы говорим, что вроде, да, Мипарь — это круто, но на нем тоже нужно уметь исполнить. Ну, я думаю, если брали хотя бы 2-3 матча, он сыграл на этом Мипаре, в герое разобрался. Нет, 2-3 матча не хватит. Да я понимаю прекрасно тебя. Окей, у нас коэффициенты появляются от наших друзей по рематч, которые почему-то убежали, я не успел увидеть, что вообще по цифрам. 1,6 на 2. На Zoomies двоечка, на ребят из Мексики 1,6.
Вот так. Ну и не забываем, да, что играют с заменой. Так или иначе, Зумис и вчера играли с заменой, это очень неубедительно было. И сегодня тоже Гуннар выступает за этот коллектив. Лично к нему никаких претензий, но одно дело вы тренировались, играли весь турнир в пятером, а другое дело у вас вот то четверка вылетает, то единичка ваша вылетает. И сегодня просто на прематче уже кэфы более-менее равные, потому что вчера на одну из этих, ну, любых команд кэф всегда был на прематче пятерка. Угу. То есть там особо даже смысла-то ставить не было. То есть когда неважно какой драфт, а там уже просто под десятку с самого начала. То есть без шансов. Ну так, собственно говоря, и было вчера. Игры это и показали. Что да, эти команды стоят друг друга. Ну опять же, Верен, конечно, больше в мексиканский состав. И плюс драфт после... Не, у меня больше в Зумис. В Зумис, да? Тебе имя парень вообще никак? Не, я не по драфту, а вообще в целом. Вот... А, общее впечатление от команды за игровой день? Да, по вчерашнему дню, да. Они вчера вот казались как-то посильнее выглядели. Ну тоже, знаешь, тяжело, конечно, судить. Одну команду избили, вторую избили. Вот кто меньше наполучал, ну, вот они так. Ответку давали. Там, вот говорю, могли карту затащить. И тем более команда Фира обыграла Envy все-таки 2-0. Довольно-таки просто. Разбиваю смоук. Ой, опять стоп. Пацаны гангать идут. Давай нас еще могут заметить. Вот даже видеоролик нам намекает, что Рубик может просто выпасть из игры. Рубик. Очень много всего надо соблюсти. Эск на мипаре. Ну, в общем, например, если бы мы сейчас смотрели ЕГЭ, и там бы играл какой-то абит, можно было бы с уверенностью сказать, что это вроде как фри-игра для мипаря. Если он играет без ошибок, то для него все очень легко смотрится. Делаешь кучу стаков, на 15-й где-то забираешь Рошана, до 20-й идешь заканчиваешь. Но тут играют такие команды, которые легко ошибаются, и можно подзакинуть несколько раз, и влетел уже как-то там Сларк, может, и подразвалит. А ты специалист по дота-бафу? Есть ли у нас такая опция посмотреть, что он там на мипаре вообще из себя представляет, их команда? Ну, я немножко другой специалист. Я когда играю в доту, есть специальная Overwolf, прока называется, и она тебе в самой игре просто всю стату на игрока выводит, кем он больше всего играет, и бывает, что он показывает там в цифрах приоритет, кого забанить. Понял. Окей, тогда будем эмпирическим путем понимать, что это за мипарь. Но! Да тут все просто. Либо за 20 выиграет, либо проиграет. Да-да-да. Уже будем по факту смотреть. Битва за руну не состоялась, мипарь. Ой, мипарь, Висп и Сларк решили отступить немного назад и начинают, как мы и предполагали, в сложной линии. Смотри, тут такой момент, они пошли триплой и решили Кентавра внизу оставить против соло Биста, но там в ответ, наоборот, ребята тоже идут свапаться. Видишь, у нас свапы пересвапы идут. Вижу. То есть хотят именно, чтобы Сларк стоял против Кентавра, по-любому, с Виспом. И, кстати, так окажется, потому что Кентавр бежит на низ, и Сларк бежит на низ. Поэтому тут для Зумис по ланингу они остаются в плюсе и бис против трипл. Да, да, ТП-шку точнее не использовали. Поэтому убежать просто так не получится в телепорте. Центральная линия. Миппо против Войд Спирита. Очень много мипарей было от скилловых команд в европейском регионе, я смотрел. Ну, там крутые исполнители, там и Биха на этом мипаре супер хороший. Как ты говорил, и Деке тоже в этом мипаре много чего раздали в своем регионе. Посмотрим, как это все выглядит в битве за минор. Кентавру в легкую будет чуть полегче, чем сложный, то все-таки можно и как-то и подпулить, и линию оттянуть, и к Тауру-то ближе, и к тому, что вот эта дистанция именно огромная, в сложной ты все-таки же под вражеским Тауром, и там Сларк может настакать, и вот как раз на этой дистанции, пока ты бежишь, тебя убить, а тут все-таки по Тауру ты вначале лезть не хочешь, поэтому тут Кент пока прекрасно себя чувствует. Да, линия не пушится, линия удачно очень держится. Вот ренжевой только пришел, умер. Непонятно за что. Тогда Дженна стоит у себя под вышкой. Давайте верхнюю посмотрим. Здесь вот возня еще долго будет происходить. Кентавра просто так не заберут. Ифрит пока идет 7 на 2. Очень хороший крипстат против него. Сворд одного крипа. 1 на 0. Идет Бестмастер. Не все. Радужно. Ну, на первом уровне щит подрубил, выгнал их немного. Такая достаточно душная линия получается.
И Мипарь третий уровень уже взял. Второй появился. Почти четвертый, кстати, Мипарь. Эту пачечку забрал. И четвертый левел на линию возвращается. По КСу в миде, видим, он обыгрывает Войд Спирита. Плюс лесные крипы добираются. Войд таким потенциалом не обладает. Вот как раз вот эта ситуация. И тут очень повезло, он на одной тычке выжил. То есть там огромное количество по сларкам, плюс этот оверчардж от виспа, там этот спид бешеный. То есть вот ты забрал 3-4 стака, и ты идешь драться, и кентавр уже не может размениваться. Смотри, кент нажимает ТП на топ, но на самом деле сларк может просто в ответку также нажать ТП, и на самом деле ничего не поменяется. Да, пришел вниз, Гектор остается вместе с ним. Или они останутся внизу и будут пытаться импера разваливать, потому что, в принципе, у Сларк это вроде как старт, ну, такой же, и, не знаю, линия толкается, я думаю, можно не уходить. Кент против Беста постоит. Угу. Кентавру удобнее стоять против Беста, чем... Ну, понятно, против Сларка неудобно, но в целом матчап этот что, в сторону Кентавра? Такой нетипичный матчап, да, очень. Ну, тут вот если конкретно к этой ситуации, там у кентавра огромное количество ресурсов потратил. То есть там классочку, реген, пока его Сларк разогревал, а Беста вроде особо не трогали. Не знаю, ну, Бестом там тяжело кента точно убить, не знаю. Кент стоит, чего, его харасит, он этот третий с пассивки набирает. Кабаны особо не пробивают, поэтому не знаю, такое. А кабаны стакают, кстати? Или только герои стакают риталей? Герои плюс вышки. Мне просто интересно, сумоны стакают ли риталей? А в этом кенте играют, при этом, кстати, вроде как не должны. Не должны. Потому что, да, не стакают. Да, это был бы слишком абуз, потому что, ну, ты двумя нанес там кентавр этими кабанами. Не знаю, по 5 урона и 2 стака дал. Ну да, тогда любого там волчика закрыть можно было бы Беста. По такому и медведь, получается, тоже не стакает. Будем разбираться. Ну, я а вот медведь Симон, я не уверен. О, семибой. 8. 9 так тоже украл. И вот еще и халявный себе. Единственное, вот то, что Вис ФБ забрал на сладкий, конечно, это поприятнее было бы. Ну, ты как раз берешь вот эту пассивочку в 2, у тебя на 30 секунд стаки остаются, и пока не знаем, что с этим Сларком делать. Тут Мипарь фармит очень хорошо. Нет, я к тому, что он ни на линии, ни кентавр, ни импер не могут с ним постоять. Рубика, наверное, погибает? Или нет? Нет, не пуфался сюда вторым. Второй, может, сильно раздамажен, потому что я вижу, ушел на базу. Ну, плюс у Рубика там все скиллы были, он больше хотел там зайти баунти руну забрать. Баунти у нас ровно будет. Эск уже 7 уровень получил. Войд Спирит тоже ультимативный, он 6 уровня, и Войд Спирит смещается вниз. Шел румить, но тут, смотри, Ник сразу вард поставил. А, не, он центр поставил. Ну, тогда его не видели, можно попробовать убить легко. Единственное, ночью он тоже вот вроде рядышком все бегают, но никого не заметил. Три героя внизу у Ксалотл. Они тоже готовы принимать эту драку? Так, свапнули с линиями, но у Беста, я так понимаю, сейчас только есть либо 4-й, либо максимум 5-й левел. Рора еще нет. Зумис дали Рубику медлейн постоять. Он как пришел, так и вижу, уже пару минут не уходит. Ну и ребята тоже понимают, что вот спирита нет, и нужно как-то на карте поаккуратнее действовать. И они прям вдвоем по таурам стоят. Ну вот он там по варде шел. Вообще обидно, вот спирит прогулялся, походил, побродил, посмотрел, как выглядят крипы в лесу, и возвращается на линию. В итоге все эти забеги, он уже будет 2 уровня от Мипаря отставать, хотя отставал всего ничего. Ну, у тебя на Void Spirit вначале обязательно вот это Беста вот внизу втроем приняли. У тебя на Void Spirit сейчас задача как-то вот зароумить карту, где-то киллов понаклепать, чтобы там только Мипарь был один проблемой, чтобы как-то с 4-я вы там заснубовали, получили преимущество, и вот у вас только в Мипаре остается. Как-то что-то с ним потом. Мип еще не вступал в игру. По драке мы видим, фармит лес, у него несколько стаков было сделано. То ли он, то ли саппорты занимаются тем, чтобы поставить ему треугольник. Пока все внушает доверие из того, что мы видим по Мипарю. Эмир внизу 4, почти 5 уровень. У него в поддержке имеется Никс Ассасин. Никс Ассасин что-то сапог не переложил. Ви
висит птица без ста. Все тоже этот момент видит, контролирует. Ну, начало прямо совсем у нас без экшена. Ну, Никс 4 левел только, то есть ты вендетту хочешь получить. Паралаги небольшие. Так, а вот что тут на кентавре делать первым айтемом? Пайп вроде не особо, Кримсон, наверное. Против самонов, беста. Кримсон вроде нормально смотрится. Вроде да. Пока такой casual колечко купил. На линии стоять. Шестой уровень уже есть у кентавра. Пятый, как Сларк. Ну, у кентавра есть 13 стаков. То есть, если вот так будут нападать, то на самом деле можно разворовать ут, поражать. Просто виспа залететь, застанить и с руки развалить его. Они могут так сделать. Мипа уже 10-й, сам себе делает отводы. Ну, пока ЕСК исполняет, видно, что с опытом. Я понимаю, что много ума не надо крипов фармить, но в голове все держится, сконцентрированно играет. 114 крипов на 8 минут. Нетворсы надо глянуть. С удовольствием. У нас часто проблемы случаются. Мне, кстати, показалось, там Сларк пассивку в 3 взял. Ты не видел его сколько? Нет. Да, пассивка в 3 у него. Это вот не, немного необычно. То есть обычно берут пассивку в 2 на линии чисто, а потом Darkpack максят. А тут он чисто взял себе, чтобы, ну, вообще с линии прогонять. Эти стаки у тебя на полгода сохранялись. Конечно, за 9 минут 2 фрага. Видно, что соперники друг друга и опасаются. 2000 перефарм по отношению к Void Spirit у Мипаря. Хороший, очень хороший нетворс. В целом вся команда выигрывает всего на 1000, но мы понимаем, что такое Мипарь на 22-й, и пока от него шагают, от его благосостояния. Ну тут по одному сейчас невозможно ходить. То есть тебя могут дать роллер и релокейт, и пока глобала нет, подсейвить тебя. Ну хотя есть, конечно, стампит, ты, в принципе, если как-то переживешь рор, можешь потом на стампиде убежать. Ну, платит с половиной Этериала, даже с большей его частью. 3000 уже есть на руках. Вообще, драка супер боевой смотрится, когда будет Этериал под стампидом. Этот Мипо огромного уровня, с хорошими статами. Три фрейсбенда, ПТ, Этериал. Вы, по сути, любого героя забираете. Скорее всего, будет ждать Глобал, и вот где-то на 10-й книгу получит Сайленсера, и с Глобалом пойдут. Но потому что особо ждать нечего, можно играть, на самом деле. 4 плюс 1, Эмпер в это время где-то сплитит. Тут Рубик пытался фор захватить. Рубик продуктивно мидлейн постоял, видим, 6-й уровень у Гуннара есть. Есть станчик, хочет руну попытаться украсть. Стампит, там вверху просто драка, поэтому стампит. Тут Рубика могут забрать. Выходит мистер Сворд. Наорали на Сайленсера. Достаточно мягкий герой. Рубика сбивает его, выдает фейтбол. И Фрид избивает в ответ мистер Сворда. Рейкил врубил Карапаси. Подкоп хороший от Гуннера. Ну такой на самом деле подкоп. То есть я думал, он по двоим попал, но он попал только в Эмбер. Ой, еще ремнантики украл. А все, ремнантов, кстати. Не, есть один вот стики. Да, и пока эта драка была внизу, вверху забрали Виспа. А по рунам там кто сколько забрал? Как-нибудь глянем. В следующей игре. Статистику поднимем. Я с Вовой комментировал в мейджор. У нас очень много моментов по архивам мы изучали. Потому что я обсил, и очень много фрагов приходилось пропускать. Да, рассказывал. Да, и мы все по файт-рекапу изучали. Ну, я тебе скажу, более детальное изучение, ничего не пропускаешь. Медленно, уверенно. Летит Висп плюс Сларк. И заберут тут они кентавра. Вот то, о чем разговор и был. Что если ты тут как-то по одному ходишь, давишь, надо всегда учитывать, что есть релокейт. Так, ну тут Сларка оставит. А, не, сразу на низ летят, таут забирает. Ну, все, второй раз Рубик точно не делается. Хотя у него был ремнант. Да, не вернулись вниз, а в это время Бист уже забрал. В смоке, может быть, смотри, в смоке на Мипаря. Нет, это без смока, просто мне казалось, что кто на Мипаря бегут, сейчас догонит, но Мипарь улетел. Ну, если убьют каким-то образом, Мипаря одного найдут в пятером, это ему очень много даст, потому что Мипарь сейчас огромный. У одного убийства, там, не знаю, 1000 голды, это, условно говоря, будет. Плюс ты ему темп, самое главное, собьешь. А я вижу у Мипаря в быстрых покупках ничего, значит, Этериал уже летит. 12 минут, рефрейсбенда ПТ Этериал. Стампит имеется, глобал имеется. И вот та схема, о которой ты говорил, ее можно воплощать в жизнь. Эск уже в позиции.
Есть сетка, есть глобал. Врывается сюда. Успеют ли забрать за глобал Сларка? Стан просто нужно было в Сларка дать на самом деле. Он был умер. Итак, ну, Этериал в него выдали. Все, мистер Сворд пришел на орал, но это абсолютно бессмысленно. Снампит прожимается, чтобы еще одного забрать. Герой Ремнант уже полетел на мистера Сворда. Нет маны на чины. Есть манды. Я не уверен, хватит с них или нет. Да, хватает. Но они первого левела, и там кабаны позамедлили, все. Да, Мипу немного не догонял, так бы он мог выдать сетку. Но у вас есть вышка, крипы уже подпушили. Да, вы можете забирать вышку. Крипа с просармором убили, 200 голды получили. Это доминаторного, да, крипа? Да, доминаторного. Это дешево. Да, друзья, по поводу баннера, который вы видите на своих экранах, рекламу о нем. Не забывайте, что MinExpert разыгрывает 5 крутых игровых консолей. Кликайте на баннер, становитесь героями. Желательно такими, как этот Мип. Внушительными. Внизу не стали пушить вышку. Мипарь вернулся в мидлейн. Реализовали глобал, реализовали вот это преимущество Мипаря, но там на самом деле вот краешком чуть Сларк не ушел. То есть мне казалось, он сейчас еще убежит и совсем все плохо станет. Но ничего критичного-то не случилось. Этого ранни позабирали, Рошана не убили, поэтому до глобала, я так понимаю, либо до даггера Кентавра они никуда выхода не планируют. Там релокейт какой-то на иллюзию Мипаря там развели, реал потратили. Так, нашел тут Никс, но подходит Санин. Красиво, красиво все вышло. В миду файт намечается, хотят подраться. Суточка, помогу. Да, на опережение давал сетку. Это вот когда проплееры ругаются, по-моему, Дэнди. Я потом расскажу, когда Дэнди ругался, когда это было. На Мипа Primal Roar выдался, нижний выдается также будет спиритом. СК отводит одного из своих мипарей, дает на него Этериал Блейд, начинают избивать двух героев. Есть подкоп по двум персонажам, Карапасик радет Гуннар. Хотелось бы подкоп, все так красиво стояли. Ну, приоттормаживает немножко оппонентов Гуннар. Оглушение сразу по нескольким героям. Гуннара гонят дальше. Кнопок, по-моему, просто не осталось. Дабл Эдж выдается ему в спину. И этого тоже 4 фрага делает Ксалоту. Забирает. Можно в Рошану пойти, вышел. На самом деле. 20 секунд. Но все разогретые. Вот им Владимира еще не хватает, на самом деле, на команду. То есть тут, может, даже на кентавре сделать Владимир было попробовать зарашить. Полторашка голды, разница. Но сейчас для Зумис вот шанс. Если они как-то придут на этого Рошана и подерутся, там есть глобал, но они походу вообще никак не успевают. Вот птица залетает, нужно обязательно идти драться за него. Если отдадут Аегу, все очень печально станет. И скан использовали Radiant, тоже этот момент понимают, контролят. Рейкил под собственным вардом, в Виндете пошел, дают информацию, где стоит мистер Сворд. Забирают пока крипов, нападают на мистер Сворда под брейком. Там будет спирит, будет крашить. Мистера Сворда добьют, скорее всего, на Ремнант прилетают, забирают его, вот спирит стоит в позиции, но Рошану еще бить и бить. Рубик летает на краденных Ремнантах, Ремнант туда в рош бит, Рубик врывается, но рановато, глобал. Под глобал врывается Рубик, хотел украсть Аегис, но не успел, просто-напросто, на точнее, не успел, а поспешил. Его хилить надо, может, бэк на Сварду. Вот спирит ворвался. Спирит залетел, умер. Слушай, ну это ГГ, похоже, это вот... Вот все прямо по идеальному сценарию вышло для Мипаря. Да, как ты говорил, 15-я минута Рошан, 20-я заканчиваем. Тогда что, ждем 5 минут. И с удовольствием будем смотреть вторую карту. 3000 еще сверху у Мипаря. Мобильность еще больше повышается. На даггер деньги есть, но он его не приобретает. Может, вообще в жир уйдет. И сейчас еще одна такая драка, он Скади докупит. Мипарь заснуболился, там у его тиммейтов были проблемы, но за счет вот этих двух тимфайтов они по нетворсу камбэкают. И уже тут для Сларка, ну... Сларку тяжело Мипаря. Вот им бы хотя бы какого-то одного героя был бы за уешкой, они бы, я думаю, с Мипарем справлялись, это прям совсем все. Тут САУЕ пока Рубик что украдет, вот ну, то и работает. Тут все точечное. Ну, вот Рубик там бывает подков, бывает... Телекинез удачный, но это все, всего так мало. Рубик в таверну. Забирают можно его. Можно и на ХГ, на самом деле, зайти. Что вам мешает? Ну, пайпом подкрепились. Сплит на ХГ. В это время внизу Сларк пытается сплитить. Но там просто пачка крипов, никаких объективов он не забирает. Да нет, Сларк пока полтаура, там, не знаю, 300-400 хп снесет, тут уже сторона упадет. Да, так а там он сейчас пачку крипов бьет, там даже и тавера нет. Он просто толкает лейт. А на базу лететь, дефать, какой смысл? То есть ты тут не задефишь у вас, ну, какие опции? Ну, вот бист топоры закинет, я не уверен, что у него даже топоры в единичку есть.
Сильный парень. Контролирует команду соперника. Забрали милишный барак, ушли в сторону. Выдается Primal Roar в Карапасе. Крадется Карапасе Рубиком. Какое-то время, возможно, сейчас выиграют. Мипо нападает, но не будем забывать, у Мипо есть еще Аегис. Тут только полстолба снесли Эску. Надо продолжать чем-то бить, а чем бить непонятно. Сларк вернулся на базу. Все отступают безнаказанно, без смертей. Но оставаться нет смысла, ты снес барак, внизу еще два тауэра стоит, можно пойти закупиться, поэтому... Я о том, что на отступлении даже не забрали никого, не побили, не... Это тут такое отступление, если погонишься, тебя на развороте по голове надают и пойдут трон снесут. Кент Даггер следующим артефактом. Пайп мы уже видели. От него Владмир. Владмир Никс Ассасин будет собирать. Тоже так, как и к финальному пушу, скорее всего. Вот просто смотрите, Void Spirit 6600 и Мипо в ответ 12600. Да, Мипо должен был, конечно, больше фармить, больше уровня иметь. Здесь колоссальный перефарм получился. Действительно, фриграм для этого кобальда. Геомансера. Ну а вот ты предполагал, что в жир пойдет, взял на себе скади. Скади вместо даггера, да? Такой парень. Ну, собственно, зачем вам? Зачем вам нападать? Просто мы видели, как пуш происходит. Он отбрасывает сетку, бьет бараки. Ну, нападете, окей. Я готов драться. Сварк. Вот если бы не было бы Аегиса, можно было бы как-то все заклинания прямо дать. Сларк бы там с диффузами, не знаю, набил бы 40 стаков. Ну, может быть, убили бы раз, но два раза это вообще не представляется возможным. Пока ты будешь два раза мипаря убивать, он всю твою команду вырежет в луны. Да, еще же не забываем, там стампит есть. Там всегда есть подсейв Никс Ассасин, который тоже... И вот реально ауры еще не хватает. То есть еще какой-нибудь Владимир на кентавре для мипаря тут... А этот же собрал уже почти Никс. Никс уже, по-моему, несет себе Владмир. Да? Да, Владимир, это Кент Даггер Пайп, а Никс... Ну, то есть такая фри-игра, что Никс Владмир может забрать. Угол пошел. Мипарь вроде в сторону все это время сносит, поэтому вроде как Эмбера не добили. Хороший врыв от Рейкил, он спал с Эмбер Спирита. Праймал Рор выдается в Кентавра. Не самая легкая цель, Кент все это дело переживает. Кент готов принимать драку. Эмбер все еще гуляет, бегает от двух ребят. Рейкил огонь на себя вызвал. Ну, 10 стаков у Сларка. Ну, а Ега еще минуту где-то будет, если не ошибаюсь. На 15 они забирали. Где там? На 20-20 должен кончиться. Им бы вот через минуту этого мипаря убить. Байбекнулись. Лететь, конечно, в лес они не могут. Не им принадлежит. Вот сейчас посмотрим, как мипа смотрится. Есть ультимейт. Но есть байбек, им нужно драться. Они убили двух сапов, им нужно как-то всех тут оставить. Я не знаю, как. Есть после байбека. Ну, он режет. Сларк пока набивает стаки. Да. Пока отвлечен. Но Эск. Один раз убьют. Второй раз, может быть, тоже. Этериал выдает в нужного мипаря. Спасается таким образом в сами бой без ультимейта. Должен отпрыгнуть немного назад. Очень хотят добить. На него. И там уже Сларк, пятерка, там Сларка набивает, Сларка нарезает. И Рубик погибает. Убили сами. Нужно мипаря убить. Мипарь один. Ну ладно, уже все друзья пришли. Никс пришел, Кентавр пришел. Кентавр уже резнулся, прилетел с базы. Там Тайтин стоит. Так и не забрали. 11-0-4. И Аега кончилась. Удачно. 11-0-4. Играли. Играет Мипо. То есть вот немного стаминга не... как-то не получилось. То есть понятно, что тебе вам идут базу сносить, но мипарь остается один, а Аега через минуту кончается. И вот... Ну, мне показалось, что достойная вполне игра от мипаря. То есть герой он чувствовал, это было видно даже по геймплею сейчас в драке. Он не отводил никуда этого мипаря с Аегисом. Он понимал, что скорее всего его не заберут, лимит чувствовал. Обычно как там? Три мипаря идет пушить, с Аегисом стоит где-то в стороне. Нет, всех рядом водит, понимает, что меня не убьют. Ну так и получилось. Даже после байбеков Рубик выкупился, Вис выкупился. Сларк дважды в драку входил и все равно не забрали мипа. Кажется, одним Ethereal Blade'ом все решил. Хоть если чуть-чуть умеешь играть именно на Meepo Player, то для этого, ну, это очень простая игра. Тут вообще ничего нет. Он и правда это показал. Сломали две стороны, остается нижний лайн. Зумис, конечно же, еще думает, что можно все это камбэкнуть. Всего лишь 12 тысяч. До конца борются. Тут уже просто такая безысходность. Я думаю, они максимум выиграют сейчас время. Сейчас ласт файт. Идут в смоке, в бочину хотят. Даже без смока просто идут. Думаю, они максимум времени выиграют, чтобы Луки-Луки вернулся. И пятером можно было сыграть. У них вчера тоже БО3 серия начиналась в четвером плюс Гуннар.
не пошла. И аналогичная история примерно сейчас. О-о-о. Выдается Стампит под Глобал. Заберут Виспа. Висп использовал стики. Пока еще живет, но он на... дезернулся на Випаря. На Мипаря. На Випаря. На Мипаря он неплохо красивый. Угу. Красиво. Ну, на Сларка, который стоял под Мипо и как раз под Пуфы. То есть это так в один конец билет был. Набивание фрагов, набивание статы. Что это? Калибруем аккаунты. Обращайтесь. 2-2-5 на 5, что-то 3-5. Не знаю, мне кажется, вот без Мипаря они бы тут не затащили. Потому что вот если по старту посмотреть, Зумис неплохо линии все закрыли с этим Сларком. Вот, ну, вот реально это вот один из таких грязных героев на 20 роликов. Там брудка какая-то появляется. Ну, то есть вот просто грязью выиграли. Я же не думаю, что у них внезапно в голове появился Мипо. То есть они я к тому, что любой, знаешь, другой герой, там, какой-то casual, например, какой-то кумка появляется, там, ну, ты понял, что-то такого, то у Зумис тут вся игра прекрасно смотрелась, там, неважно, ОГ, то есть у них все было бы неплохо, но против Мипаря, то есть, может быть, не знали, что там Мипо плеер есть, что решат. Кого взять. Они напоследок? Они Сикера, да, забанили? Они забанили Сикера на последний Зумис и получили Мипо в ответ. Ну, Ксолотл, браво, хорошо разыгранная схема, хороший план, все как сказал Максим, за исключением вот этого «но», который он тоже озвучил, если бы не Мипарь, но тут нельзя это склонение использовать, Мипарь был и через него вся игра построилась у Ксолотл. Вот такое начало от мексиканского коллектива. Старт очень муторный был на самом деле, 10 минут, счет 1-1, вы видите, да, игра до вступления Мипов в игру. Вообще нет, там больше до смотреть. Вступления Сайленсера в игру. Как только Глобал получили на 10-й минуте первый файт миду под Глобал, и вот от этого они отталкивались. И супер быстрый разгон, конечно, для Мипо. На 12-й минуте уже готов был Этериал. После этого выигранная драка в Салат. Забранный Рошан на 15-й. И там уже шансов на камбэк оставалось всего ничего. Вот это неимоверно долгая драка под Глобал. Ну, вы видите, Этериал уже имеется. Сларк хотел уйти, еще одна сетка по нему выдастся. И, конечно, никто тебя уже не отпустит. Ну, хорошая взвешенная игра от мексиканцев. Хорошо, мы их поздравляем с первой картой. Вы наслаждайтесь повтором лучших моментов этой прекрасной карты. И посмотрим, смогут ли собраться Зумис на вторую карту, либо нас... А просто представь на секунду, что нас ждет две такие карты. И после этого нас еще и ждет гранд-финал против Envy. Это может быть супер короткий день. Кто знает. Пятница, вечер. Всегда может привнести сюрпризы в вашу жизнь, даже с точки зрения доты. Все, всем до связи. Услышимся после небольшой паузы на второй ответной карте этой пары.